Следующая остановка Рыкачева. Саня, курьера завалили. А где мои деньги? Перестрелка была в троллейбусе. В каком троллейбусе? Номер 0. Пап, а ты в судьбу веришь? Теперь да. Криминальные авторитеты. Тебя как зовут? Валера. В рюкзак заглядывал. Любители легких денег. Я знаю, что деньги у тебя. Вы о чем? Я о бабках Валеры, которые ты спер. И даже полицейские. Нужен ордер на обыск квартиры Валеры. Какого Валеры? Все охотятся за простым водителем троллейбуса. Мне казалось, бандитов ловят в притонах, а они у нас дома сидят. Но поймать его будет непросто. Один очень нехороший человек знает, что деньги у нас. Готовься, Валера. Ноль. Премьера в субботу в 21:00 на НТВ.